А сейчас давайте обратим внимание на других мужчин нашей программы. Это Артем Долгоршин и Михаил Иванов на улицах города праздничного. Сегодня не представляют интересы нашей программы. И ребята подготовились. Подрабатывают, походу. Молодцы. Стритуют, как говорят. Доброе утро, доброе утро мужчинам. Музыкального доброго утра, да, друзья. В общем, я понимаю, что мужчины, привет вам. Но для чего мы все собрались? Для наших котят, для наших солнышек, ласточек, любимых наших, красивых. В общем, столько слов не передать. Миша, успокойся. У нас все-таки есть с тобой важная миссия. Это поздравить наших девушек. Мы решили сделать такое музыкальное поздравление. Собственно, попросим наших горожан, наших красноярцев, наших мужчин поздравить дам. Вот у нас есть первый молодой человек. Как вас зовут? Анатолий. Анатолий, я буду легкую мелодию играть. Вы попробуйте как-то музыкально подстроиться, или я под вас подстроюсь. Как получится вообще? Ну что ж, девушки, для вас поздравления, Анатолий. Готовы? Три, два, один, поехали. С праздником вас поздравляем, счастья, радости желаем. Чтобы не болели, чтобы были деньги, чтобы вас любили мужчины. Анатолий, прекрасно, спасибо, справились, прекрасно, спасибо большое. Ну что ж, пойдем еще мужчин искать. Анатолий, вам успехов, респекта. Так, посмотрим. Никого нет на самом деле, но и мы к этому случаю подготовились. Я на самом деле сегодня в 11 вечера, честно вам скажу, подумал о том, что а вдруг так будет, и мы не сможем найти людей. И я написал песенку. Миша, давай мы с тобой сядем. Ну что ж, очень волнуюсь. Люди, у которых есть слух, я вам сочувствую, потому что у нас ни слуха, ничего нет. Ну что ж, зато от души самое главное. Ну что же, Миша, ты готов? Я готов. Поехали. Три, два, один. Поздравляю всех женщин во всем мире, в Занзибаре, Европе и, конечно, Сибири, чтоб сегодня непременно, как и в остальные дни, вас любовью окружили, чтоб в заботе унесли. Забудьте про уборку, забудьте про готовку, пусть сегодня поработают мужики. Забудьте про вот, забудьте про учебу, про все свои невзгоды и пустяки. Для кого-то вы любимая мама, для кого-то бабуля, подруга, дочь. И если вдруг что-то не так, не выдался день, не выдалась ночь, есть тот, кто улыбку подарит и станет крепкой стеной. То для вот и вселенная и встанет крепкой стеной. Нет. Тот, для кого вселенная, это мужчина твой. Ты не принцесса, кто-то сказал. Кто-то. Не надо расстраиваться, тратить запал. Будет принцессой, плевое дело. А вот ты давно уже королева. И Енисей телеканал для всех наших милых дам. Поздравляю с 8 марта, счастья, радости, азарта. С рифмой плохо у меня, чтоб окружала вас семья. Взлета больше и больше смеха, и, конечно же, успеха. Цените вы, и пусть ценят вас. Светите, сияйте, как алмаз. Ради девушек покоряем вершины. С любовью, ваши мужчины. Мужчины. Ну, не знаю, старались, как-то делали. Надеюсь, улыбочку вам подарили, дамы. С 8 марта еще разочек. На этом у нас не все. Это не все подарки. Будем еще, конечно же, дарить цветы. Пока что у нас все. Мужчины. Передаем слово нашим ведущим. Валера, Леша, вам слово. Михаил Иванов, Артем Долгоршин. Большое спасибо. Ну, не зря говорят, что лучший подарок, который сделан своими руками. Ребята своими руками сделали гитару. Сделали гитару и сочинили песню. Но, правда, песню они сочинили не руками. Там другие были органы подключали. Но в целом, мне кажется, вполне элегантно.